горячо любимое печенье с детства. Хворост, хрустящее, тонкое и очень вкусное печенье. Поделюсь с вами кулинарным рецептом, как приготовить хворост на желтках, пальчики оближешь. Печенье хворост со вкусом детства. Этот рецепт мне достался по наследству. Эти завитушки остаются хрустящими даже на следующий день. Замечательно идет к чаю или к кофе за обеденным столом с разговорами. Я подаю такие печенья, слегка присыпая сверху их сахарной пудрой. Выглядит очень аппетитно. Попробуйте приготовить хворост на желтках, вы влюбитесь в эту выпечку. Список ингредиентов в конце видео. В емкость к желткам налейте водку и хорошо перемешайте. Просейте половину требуемой массы муки в желтки. Добавьте соль и постепенно помешивайте. Высыпьте содержимое емкости на стол и вмешивайте остальную муку уже руками. Тесто у вас получится мягким, гладким и эластичным. Если же оно все еще будет липнуть к рукам, добавьте еще немного муки. После чего тесто заверните в целлофан и отправьте отдохнуть на полчаса в холодильник. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Спустя время разделите тесто на три части, каждую из которых раскатайте в пласт толщиной 1,5-2 мм, пласты нарежьте на полоски, а их, на полоски покороче, в середине каждого прямоугольника сделайте надрезы и проверните края через них несколько раз. Во фритюрницу или же в глубокую сковороду налейте масло и доведите его до кипения. Обжаривайте хворост с обеих сторон до золотистого цвета, после чего переложите их на бумажные полотенца, чтобы лишний жир впитался. Жду ваших лайков и комментариев. Необходимые ингредиенты. Желтки 14-15 штук. Мука 350-400 грамм. Водка 50 мл. Соль 1 щепотка. Растительное масло 0,5 литра. Количество порций 1-2-15. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!